А что сегодня на завтрак? Баранки? Думаю, тебе, Шершуля, нужно совсем другое. Ватрушки? Пирожки? Нет, вот что. Гантели? Выметайся! 2000 years later. Баба Капа, а ты подметала сегодня утром на крыльце? Конечно, я каждый день там подметаю. Сегодня, правда, особенно пришлось постараться. Кто-то написал на крыльцо? Ума не приложу, кто это мог сделать? Так это дедуля. Вот. Вот так Лунтик с Кузей научились плести тапки, а генерал Шар больше не сыт на улице.